Кто такие домашние животные? Они живут дома. И человек приучает их. Их человек кормят, чтобы они были добрыми. Котенок, собачка, овечка, козы, поросята, попугай, зайчик, лосатка, корова, лось, лиса. Ну, они тоже домашние питомцы. Что можно делать с домашним питомцем? Кормить. Специальный корм покупать. Для кошки кошачий корм, а для собаки собачий корм. С ними гулять. Им надо найти туалет. Убивать за ними. Еще поить. Дрессировать. И класть с ними. Ухаживать. Можно в церковь с ними ходить. Как разговаривают домашние животные? Корова мычит. Корова котенок мяу. Попугай чирикает. Повторяет звук машин. Петух кукарекает. Собачка лает. Расскажи о своем питомце. Кошка. Она самая маленькая, но она нас не понимает. Потому что она ложится на голову и за волосы мои заматывается. Его зовут Сэм, и он такой в желтые пятнышки. Когда была маленькая, с ним гуляла. Моя черепаха ест человеков. Человечки вообще маленькие. У нее хвостик, он маленько длинный, но голова как у бабушки. Его зовут Широ, он у нас мальчик. И я его кормлю кормом собачьим. Он гуляет утром и вечером. Широ не будет расти, а другие собаки могут расти или не расти. Мальчика зовут Вася. Он по всей кулачи у меня бегает. А домой к себе не ходит. Его зовут Масик. А Масик – это кошка. Он подходит, чтобы я его кормила. Он меня боится. Скоро привыкнет. А вот мой Масик – котенок съел земляную лягушку.